Привет! Мне кажется, что фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального как-то неправильно называется. Потому что, ну, за время существования фонда коррупция в России как была, так и осталась. Но зато эта организация решает другую важную общественную проблему. Правильно было бы ее назвать фонд борьбы с безработицей среди бездарных лентяев, сокращенно ФБББЛ. Потому что тысячи бездарных лентяев по всей России благодаря ФБК ежедневно заняты делом. Они думают над тем, как посадить всех людей, которые хоть как-то связаны с Алексеем Навальным. И среди них не только следователи, которых только по одному из дел ФБК 112 штук. Каждый бездарный лентяй помогает по-своему. Кто-то разрабатывает общую стратегию, кто-то проводит обыски, кто-то ломает сайты, кто-то работает на фабрике троллей и пишет комментарии, кто-то пишет колонки в крупные здания. Навальный дал работу целой куче бездарных лентяев по всей стране. И я думаю, что сейчас все эти люди должны стоять в пикетах у Покровской колонии с требованиями пустить к Навальному нормальных врачей и вообще сдувать с него пылинки. И они должны первыми регистрироваться на free.navalny.com и выйти на митинги за его освобождение. Потому что всем этим бездарным лентяям найти потом работу будет почти невозможно, ведь они годами занимались полной ерундой, и у них будет просто супер плохое резюме. Чем вы занимались на последнем месте работы? Ну, я 4 года сидел в фойе бизнес-центра, снимал на камеру, когда Навальный проходил мимо, и задавал ему вопросы о том, как он однажды съел омара. Журналистика, в общем. И я могла бы сказать, что их выдумку стоило бы уже сейчас направить в позитивное русло, чтобы они занялись чем-нибудь полезным. Но это же бездарные лентяи, из этого все равно бы ничего хорошего не получилось. Кстати, на этой неделе бездарные лентяи достигли пика мастерства и завели уголовное дело о краже электричества в Ярославле. Ярославский штаб Навального снимал помещение и платил арендодателю за коммунальные услуги как положено, а вот он уже, судя по всему, ничего не платил компании, которая предоставляет электричество. В итоге это посчитали хищением электричества, завели уголовное дело и провели обыски у всех сотрудников штаба в их квартирах. Все шкафы обыскали, но украденного электричества так и не нашли. Но ведь ничего, в следующий раз придут с обысками, можно хоть каждый день ходить, причем даже к свидетелям по делу. Зато из квартир забрали всю технику. Если вы думаете, что ничего страшного, разберутся и вернут обратно, то это не так. Технику сотрудникам штаба никогда не возвращают. В принципе, забрать технику логично. Если электричество пропало, наверняка оно в ноутбуке. Надо его хорошенько потрясти, оно оттуда и выпадет. Где киловатты? Признавайся, где киловатты? В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты пауэрбанки, в которых преступники скрывали награбленное. Для проведения следственных действий из пауэрбанков будет извлечено электричество и направлено в телефоны сотрудников полиции. Причем к бывшей главе штаба Елене Лекиашвили с обыском приехали даже в Москву, куда электричество из Ярославля, видимо, убежало прямо по столбам. А тем временем в Мытищах толпа силовиков целый день воевала с каким-то дедом, который по ним стрелял, а потом просто сожгли его дом выстрелом из гранатомета. Ну, потому что если система деградирует, она деградирует во всем. А еще на этой неделе Совет Федерации вслед за Госдумой ожидаемо принял закон о том, что Путин может быть президентом еще 2 срока, то есть до 2036 года. Осталось только подписать этот закон самому Путину. И он такой: а что это у нас за закон тут такой интересный? Ну ничего себе, еще 2 срока, вот это да! Никак на пенсию меня не хотят отпускать, вот проказники. Подписать или не подписывать? Или все-таки подписать? Так, берем ручку и уже вот-вот. Ага, попались, поверили? Ну неужто вы и правда думали, что я такой жадный до власти человек, который вцепился в нее и никому не отдает? Вот это я вас провел, конечно. Да и Навальный ваш не в тюрьме, он у Новогорева, ща дела ему там передаем. Я, ну как я вас здорово провел, не правда ли? 20 лет к этому 1 апреля готовился. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю.